Радіо НВ на радіо НВ Леся Антипенко Доброго ранку. Ви слухаєте радіо НВ. В мене вже з'явився гість. Це Марія Терехова керуюча партнер проекту New Fashion Zone. Я вас вітаю. Добрий день, ми будемо далі говорити про фешн-бізнес взагалі про фешн-бізнес в Україні. Почати хочу з того, що я пам'ятаю, що після 2014 року купувати українське було таким модним. Це було трендом. Це робили люди, навіть ті, хто раніше ніколи цього не робив. А зараз залишилася ця мода купувати українське. Чи вже вона трохи пішла? Спасибо за вопрос. Действительно, после 2014 года события сложились таким образом, что помогли индустрии локальной, нашей, украинской, помогли сильно с продажами, помогли сильно с промоушеном. Получалось, что эта тема поднялась, можно сказать, как сейчас говорит молодежь, на хайпе, и все хотели покупать, и это помогало. И даже многие ошибки прощались нашим бизнесом, прощались молодым дизайнерам, прощались уже брендам, которые посильнее, могли даже купить, если было дороже. Сейчас патриотизм, мне кажется, в некоторой степени вырос, а в некоторой степени, наоборот, сходит на нет. Вот такой слепой патриотизм к покупке украинского, он проходит, он не может постоянно просто на пике держаться. Но интерес к вещам и запрос есть к украинским. И он стабильно начал расти. Но это уже больше похоже на экономический рост, нормальный, стабильный, а не какой-то ситуативный всплеск. Ну і тоді з'являлися, от ми пам'ятаємо, що з'являлися ці ярмарки, на яких а, представляли тоді свій товар а, українські якісь дизайнери або mm -hmm. виробники. І з'явилася тоді думка, вперше, мабуть, що український одяг від дизайнерів це може бути не так дорого, як раніше, адже раніше, коли, наприклад, говорили про одяг від українських дизайнерів, це завжди говорили про високу ціну. Mm -hmm. І тому вони конкурували з наприклад там з багатьма магазинами європейськими, які а, купували значно дешевше, і казали про те, що типу, якість ж, а може іноді і краще. Ну от а, як взагалі? А сьогодні, сьогодні а, вже як можна сказати українські. А, Фешн-бізнес він почуває себе як в Україні стабільно, він тільки починається розвиватись, чи він вже достатньо стоїть міцно на ногах і вже розвивається в кращий бік такий? Mm -hmm. Ну, Давайте почнемо з останнього вопроса mm -hmm. і потім перейдемо к вопросу ціни. Откуди ж береться ця ціна і чому дешевлі чи дорожні українські віші? Во-первых, хочеться сказати, що. Украинский бизнес все еще находится на стадии начальной, только на стадии развития. И тут не нужно лелеять никаких иллюзий на эту тему. Просто европейские бизнесы, американские фэшн-бизнесы, они прошли путь в 100 лет, в 200 лет. Там уже наследование бизнеса идет в третьем-четвертом поколении. И они ну, действительно, как и все остальные бизнесы, не только фэшн, более опытные, чем мы. Мы сейчас делаем ошибки первых 20 лет. И это нормально для развития бизнеса. Поэтому я считаю, что он находится на стадии развития. Какие, например, самая помылка, чтобы мы говорили mm -hmm. там с прикладами? Ну, э, самая главная ошибка сейчас украинского бизнеса, фэшн-бизнеса, на мой взгляд, это плохая способность к объединению. Вот, люди с удовольствием будут находиться в убытке или в состоянии близком к нулю с точки зрения бизнеса, но не объединяться для того, чтобы сделать, например, украинский универмаг типа галереи Лафае. Но такие попытки уже были на украинском рынке раз семь, может быть, а... восемь, и каждый раз заканчивались фиаско, потому что тяжело украинским бизнесменам э, объединяться. И, например, в Силиконовой долине э, гораздо проще иметь несколько процентов доли в прибыльном бизнесе, да, в миллионном миллиардном бизнесе, нежели 100% убытка в своем. У нас пока мы к этому не пришли, и это культурный момент такой просто момент осознанности в бизнесе. А... Це просто щоб уточнити те, що в нас з'явились, наприклад, такі магазини, як всі свої, ну у Києві, я принаймні кажу, або, наприклад, там є. Я знаю, що в Цумі є якісь теж там принівермання українських дизайнерів. так. Да. А є ще кілька магазинів, які я знаю, де продаються різних речі різних українських виробників і дизайнерів. Це не те, не те об'єднання. Это начальная стадия объединения, вот то, что сейчас есть, то, что делают все свои, и то, что делает Кураж Базар, то, что делает еще очень много э, игроков сейчас на рынке, то, что в каждом регионе есть магазины, которые пытаются создать розницу для продажи украинских брендов, больших, маленьких, средних, это очень хорошее начало. Но э, такой истории, как свой Selfridges универмаг или галерея Lafayette пока нет. То, что сделано в универмаге ЦУМ, это попытка. А чем а, вы к этому на прийти? Резиняете? Ну, в, ЦУМе, в, первую, да, в ЦУМе, в первую очередь, на мой взгляд, не, не хватает ассортимента. Мало брендов представлены, сложность, большая входа. Ну и пропускная способность ЦУМа. ЦУМ — это один ЦУМ, который находится в городе Киев. А, та же галерея, это это сеть. Это сеть универмагов. И когда мы разговариваем с байером а, сетевого ритейлера, это совсем другие объемы, и это уже начинается серьезный бизнес. Отличается объемами продаж. Так, ми говорили про помилки, так? Uh -huh. про помилки український дизайн. Ви сказали, що і найголовніше це неспроможність об'єднуватись, а ще що. Ну, класи, які стоять в тому, як сформувати команду. Наприклад, у нас зараз український фашний бізнес во многом, більше 50% компаній, це сімейні компанії, которые починалися, ну так сложилось, починалися жена, Или мужчина и кто-то из команды там еще семьи вот и а, пока не приходят эти компании но ну, единицы из них приходят к корпоративному управлению ну, для того чтобы вырасти и быть не предпринимательством а серьезным бизнесом все-таки нужно построить корпоративное управление в компании поэтому ну это неспособность брать сильных менеджеров в команду неспособность учредителю вовремя отойти поставить управляющего директора вот. Может быть, это также связано с тем, что мы много раз переживали кризисы, 2014 год, ну, кто еще работал тогда, восьмой год, 2014 год и так далее. Сейчас, например, тоже многие производители говорят о том, что они отмечают спад объемов продаж. Из-за того, что когда кризис происходит, учредитель компании, ну, в Украине так чаще всего бывает, идет в оперативное управление. Ну, и старается, как говорится, работать руками с утра до вечера знать все и держать все под контролем. Может быть, еще из-за этого не произошло вот этого вот момента профессионального управления, ну, потому что постоянно в зоне риска находимся. Я, от, наприклад, можу чесно сказати, що зараз у великих торгових центрах у Києві повідкривалися магазини окремих українських дизайнерів. Uh -huh. І коли йдучи по цьому торговельному центру, ти бачиш, що, наприклад, поряд магазини якихось європейських брендів, інших брендів, які іноземних, так і поряд стоїть магазин українського дизайнера, і він пустий взагалі нікого нема. А там купа людей і на касах, і в приміру, і в приміру. Мир, с чем это повязано? В первую очередь, с силой бренда. Есть, это к третьей уже ошибке украинских бизнесменов в сфере фэшн. Все стараются произвести продукт. Но произвести продукт – это только малая часть вообще фэшн-бизнеса. Вообще, на сегодняшний день в, Укра... в мире фэшна произвести не является чем-то вау. Задача – как мы будем продавать, кому мы будем продавать. <coughs> Нужно решить эти две задачи. А дизайнерские бренды больше сосредоточены на том, чтобы сделать что-то очень интересное. Поэтому иногда это выглядит здорово. Вот, но, например, там стоит недостаточно хорошо, как бы мы хотели, и мы вообще не знаем, что такие вещи есть и где их можно купить, потому что о них ну, мало рассказывается. Если мы сравним бюджеты крупных международных брендов, даже по промоушену в Украине, и украинские бренды в Fairy Fashion, это ну, на порядке отличаются суммы, которые они, например, вкладывают в социальные сети. Поэтому мы, в общем-то, вышли конкурировать за нашего же украинского потребителя на поле, где играют сильнейшие игроки мира. И как, как тут будет? Как с ними конкурировать? Ну, очевидно, нужно что-то делать по маркетингу, нужно заниматься продвижением. И до того, как вещь будет произведена, нужно думать не о том, что это здорово сядет лично на меня, либо на модель XS либо еще там на моих каких-то друзей, а думать, как это потом масштабировать, сколько таких клиентов, например, в Украине или даже хотя бы в моем городе, где я это произвожу для начала, какими каналами я собираюсь до этих клиентов достучаться и какие у меня будут хотя бы, не знаю, там на первые полгода а, посылы, сообщения, какой я креатив, что я вообще буду делать для того, чтобы этим людям донести эту информацию, чтобы они хотя бы первый раз у меня купили, потому что есть две задачи в бизнесе: продать вещь первый раз и сделать так, чтобы человек покупал следующий. Ну, задачи разные даже не знаю, что сложнее, наверное, конечно, первый раз. Вот. Но а, что первый раз должны знать, потому что, угу. например, вы наверняка знаете H&M и Zara, да? Звучит А думаю, большинство украинских брендов я сейчас начну вам называть, которые там входят в New Fashion Zone комьюнити, и вы, скорее всего, не знаете. А давайте. Да, ну, и это давайте вот... мы звернемся до слухачев, Если вы сейчас mm -hmm. почуете, напишите нам, что вы знаете из того, что вы сейчас почуете. А, окей. Ну, не знаю. Давайте тогда, пользуясь случаем, называю из молодых дизайнеров. А, бренд, например, Вона Дмитра. Знаете такой бренд? Я не, ну, вот не ты... знаю, как слушать, так. Uh -huh. Ну, то есть, например, я погоджусь. Є это зараз вот э, победитель таки... прошлого сезона New Fashion Zone, четвертого конкурса. Получила грант от ЦУМа и стала продавать свои вещи в ЦУМе. Uh -huh. Она сейчас там есть. А, но, опять-таки, это не конкретно к этому бренду. Это вообще э, ну, изменение парадигмы того, как мы выходим на рынок. Наш рынок украинский. Не нужно иллюзии, что на Украине проще или сложнее. Но точно так же, как и во всем мире. Мы играем здесь со всеми сильными игроками. Поэтому, раз они много вкладывают в маркетинг, и раз они думают о том, как продвигать в первую очередь, то наша задача она точно такая же. Це від чого? От ми не знаємо. Ми знаємо з сьогодні. Є українські дизайнери, які, наприклад, вже дуже давно на ринку, і їх всі знають: там Андретан, ще є там перелік людей, в яких є зараз свої магазини, і тим не менше, в них все одно пусто. Я, в мене ще буде з цього щодо цього питання. Але от те, що не знають сьогодні молодих, наприклад, от ви їх називаєте так, це недостатньо вкладання в рекламу не від чого це залежить те, що чи це не цікавість української аудиторії а власними брендами. Що що в чому причина? В першу чергу причина об'єктивна, вона проста. Розміри рекламних бюджетів дуже сильно відрізняються. А дизайнери починають частіше всього со своей страницы в Instagram. І это нормально для стартапа, для молодого бізнесу. Ну, допустим, вони починають безплатно. Так это было несколько лет назад. Сейчас уже бесплатно практически ничего сделать нельзя. Потом начинают, там, не знаю, говорят, давайте вложим 200 долларов в месяц. Ну, отлично, да? И в это же время какой-нибудь иностранный бренд вкладывает 10 тысяч долларов в месяц в эту же компанию. Ну, невозможно конкурировать, совершенно разная весовая категория. С другой стороны, этому дизайнеру столько продаж, сколько иностранному большому бренду не нужно. И вроде бы как, если бы он больше занялся тем, чтобы определить свою нишу и своих потребителей, можно было бы меньше потратить, если правильный канал выбрать рекламы. Но для этого нужно думать не только о производстве товара, не только о закупке тканей, не только о том, что будет модно и, как, и что бы хотелось пошить, но и о том, как мы это будем продвигать. А э, пять лет мы работаем как комьюнити э, молодых дизайнеров и стартапов в сфере фэшн, и мы видим, что ну, вот маркетинг, продажи, это такая не очень популярная тема, ну, маг дизайнера они приходят сюда творить. Вот. А на самом деле этот бизнес о продажах, этот бизнес о логистике, если это онлайн-продажи, и этот бизнес о том, как правильно посчитать себестоимость товара. Она должна быть, естественно, минимальная, тираж должен быть максимальный, и каналы должны работать рекламные очень хорошо. А, то есть, нужно не просто, там, например, пойти в этот бизнес с идеями, а, а пойти еще с людьми, которые знают, как эти идеи продать. Очевидно, когда я говорю о том, что нужно собрать команду, то нужно идти не только там один дизайнер, его семья, один дизайнер и еще одна подруга дизайнер, например, таких историй очень много, они мне нравятся. Надо понимать, что это только собрана часть команды. Обязательно должен появиться один хотя бы человек в команде, кто будет отвечать только за продажи. Хотя бы один человек в команде, который будет думать или там на аутсорсе, ну, достаточно часового купить, как мы это будем продвигать. И, конечно же, если я задаю бюджет молодым дизайнерам, ребят, а сколько вообще вы на рекламу тратите? Ну, в любом канале, хоть в каком-то. И они говорят мне там 100 долларов, ну, я понимаю, что Перспективы, в принципе, нет. Какое с этого можно почати? Чи Сегодня самая сумма, для сегодняшнего рынка. Начать можно даже со своих знакомых. Взять телефон, рассказать всем, что ты собираешься, что-то шить, прийти к нам на конкурс, и многие потом продаются и находят какие-то каналы для себя, бутики небольшие, еще какие-то, может быть, даже и большие интернет-магазины, где они могут продаваться начать. Начать можно с нуля, но нужно понимать, что вот это вот большая увлеченность и хобби, цикл 6 месяцев максимальный, пока вас будет драйвить эта идея. Ну хорошо, 12, два раза по 6, а дальше должен начинаться бизнес. Поэтому если вы в бизнес приходите и называете, что это бизнес, а не предпринимательство, хорошо бы было запастись прочностью и командой. Потому что если человек не силен а, в цифрах, но очень силен в продукте, ему просто нужен партнер. Ми зараз поставимо три крапки в нашій розмові, бо в нас за хвилину мають бути новини. Але перед тим я ще хочу звернутись до слухачів, долучити їх до нашої розмови. Я, по-перше, хочу у вас спитати, чи купуєте ви речі українських дизайнерів, чи куди ходите за ними, наприклад, в магазини? Бо сьогодні і на ринках навіть є такі маленькі магазинчики, де продаються речі українських дизайнерів. Чи зважаєте ви взагалі коли купуєте собі речі? від кого вони це? Від, наприклад, іноземних брендів або це українські якісь виробники. Напишіть нам, це цікаво, у Viber 067 67 02 057. Пивранок на радио НВ. Повертаємось, ми до студії. Я нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Марія Терехова, керуючи партнером проекту New Fashion Zone. І а, я а, намагалась долучити слухачів а, до нашої розмови. Питала в них чи купуєте ви українські речі, а, речі українських виробників, українських дизайнерів. І що я хочу сказати? Жодного повідомлення, жодного на зараз. А, номер вайберу про всяк випадок нагадаю, 067 67 02 057. А, цікаво, якщо ви не купуєте, наприклад. І от чому у вас, можливо, є досі думка про те, що це дорого, можливо, вам не подобається те, що виготовляють українські дизайнери, ви вважаєте, що це вам не підійде? Або, ну я не знаю, ще там, можливо, там ви вважаєте, що це можливо неякісно. Напишіть нам, якщо ви не купуєте також, чому? Бо це цікаво для бізнесу, от, такий зробити зріз. В регионах, взагали, как справы с розвитком фэшн-бизнеса? Спасибо за этот вопрос. В регионах активно тоже развивается производство. Начнем с того, что у нас есть производственные, исторические регионы легкой промышленности, где есть большие компании, большие фэшн-бренды, которым в частности удалось построить розничную сеть, что очень хорошо. Их можно увидеть в любом торговом центре. Ну, такие бренды, как Лена Комбинат, например, наверняка все видели. Вот. И это очень хорошо, что некоторые из них перестроились на создание своего продукта. Это уже очень сильно продвигает Украину в направлении фаст-фэшена. Ну, не высокой моды, а повседневной. А есть также много дизайнеров. Мы видим на New Fashion Zone каждый год 50% участников, ну плюс-минус, приезжают из регионов. Не из Киева, не из больших городов, а из регионов. Даже из очень маленьких городов, то есть, вот эта вот тема с созданием, с развитием креативных индустрий и с развитием вообще дизайна как такового, она сейчас очень популярна. И я надеюсь, что мы еще увидим при нашей жизни ну, очень известных украинских дизайнеров, потому что более трех тысяч участников комьюнити, это молодые дизайнеры, которые что-то создают, это уже достаточная цифра для того, чтобы из нее получались хорошие бизнесы. У нас есть uh, повідомлення от Максима. Он написал, не купую наши. Почему а, цена на уровне закордонных брендов неадекватна для украинских реалий? Uh -huh. вот. Спасибо, Максим, что вы это написали. Попробую развеять еще миф по поводу того, какая же цена должна быть на готовую одежду. А, есть... Смотря, конечно, с каким брендом вы сравниваете, но мы в этом году объехали ключевые выставки, которые производят ткань. И, ну, любой потребитель украинский должен знать, что в основном дизайнерские ткани в Украине не производятся. В Украине производится ткань для военной промышленности, в Украине производится ткань для текстиль для дома и в Украине производится ткань для такой спорт-кэжуал повседневной одежды. Но для дизайнерской одежды ткани мы закупаем. Закупаем их в разных странах. Закупаем в Китае, закупаем в Турции, закупаем в странах Европы. И вот так же, как от Китая до стран Европы, и цена на ткань, соответственно, увеличивается, и разная стоимость растамаживания ткани на территории Украины. Соответственно, она поднимается в цене. Если двигаться по этой логике, нужно понимать, что украинский товар, по идее, должен стоить дороже, если мы не производим здесь в Украине свою ткань, потому что есть еще дополнительная стоимость логистики. Следующий момент. Такие крупные компании, как группа Inditex, которая входит в Zara в том числе, они, когда приезжают на крупные выставки тканей закупаться, то там закрываются стенды на полдня. Объемы, которыми они покупают ткани, не сравнить ни с какими даже самыми крупными украинскими брендами, построившими розничную сеть. Потому что у Зары более 2000 магазинов по всему миру. Но когда они делают новую коллекцию, они вип-клиент приоритета номер один. И, соответственно, как вы понимаете, цены на закупку ткани совершенно другие. Поэтому ну вот в корне неправильно говорить, что украинский бренд должен стоить дешевле. И э, это даже не то, чтобы не патриотично, это даже неправильно. Почему, если это произведено в Украине, если здесь талантливые ребята, если здесь работает команда, даже если не считать, что мы завозим ткань, а почему мы должны быть дешевле? Просто потому, что мы хуже? Это такая установка у нас. Я бы очень хотела, чтобы мы в первую очередь развеяли эту установку. И это касается как фэшн, так, в общем-то, и политики. Да? Потому что это значит практически, что нам обязательно, чтобы наладить порядок в стране, нужно пригласить кого-то из-за рубежа руководить ей. Ну, Есть такая мысль. Ну, так не может быть. У нас есть талантливые ребята, и я верю и вижу за пять лет деятельности new fashion zone, как изменяется мода. Так, ще є в нас повідомлення. Володимир написав: наші бренди косяться аля під європейське. А тому зрозуміти, чи наша, чи не зовсім наша, досить важко. А, вже посипалося до нас угу, повідомлення. Отлично. Так, а, дякую за це. А, також є повідомлення чого дивного, немає пророка у своїй вітчизні. В нас немає заклику, як в Польщі, добре, бо польське а є традиційне імпортне краще. <гум> і а, Людмила написала: От я чекала, до речі, від, а, а, від дівчат повідомлень, тому що я чомусь думаю, що у дівчат краще з цим ситуація. Вони, я думаю, що купують, але зараз подивимось. Людмила написала: здравствуйте. Дійсно, наша дизайнерська дороже, хоча качество вище і дизайн лучше, поэтому покупаю. Но Спасибо, Людмила. <гум> <А, гум> так, і а, Олена ще написала: нам не купувала довгий час, бо мені було банально дорого, зараз живу в Європі. Європі і купують часом сукні українських дизайнерів, шоу-рум, квартири, так, не рекламувати. якісна сукня в Європі та в Україні коштується однаково 50 50-100 євро. От, до речі, угу. з іноземним ринком, як в наші українські дизайнери вони виходять? От ви кажете, наприклад, про Зару, яка має там 2000 магазинів по всьому світу. Наші українські дизайнери вони виходять за кордон? Наші українські дизайнери, наші українські фешн-бренди. все, у всех есть план рано или поздно, стратегический или уже такой тактический, на завтра просто выйти за рубеж, начать заниматься экспортом, либо продолжить на других странах. И там краще ситуации идут ой, справа в них? А, нужно понимать, что каждый новый рынок — это другая ситуация. И в этом году я была на конференции по фэшну в Копенгагене, и там было собрано более 800 мировых брендов. И эти такие модные большие дома, как Луи э, Виттон э, и так далее, они тоже говорили о том, что есть изменение потребительских спросов. Они тоже говорили о том, что фиксируют снижение объемов продаж в глобальном масштабе на Земле. Но э, это, скорее всего, говорит э, о том, что происходит отвязка от бренд зависимости ну, то есть, это возможность для наших украинских дизайнеров, если они аутентичны, если они производят что-то очень интересное продаваться как в Украине локально, так и за рубежом, потому что люди сейчас хотят индивидуального подхода. Вот тут есть такой тренд в противовес глобальности, да, то что все хотят купить всемирно известный бренд. Люди хотят что-то очень уникальное. И, и с этими сообщениями как раз наши дизайнеры и выходят в дизайнерские бутики за рубеж. К сожалению, пока это отдельные небольшие истории, которые достаточно такие локальные, там, за рубеж это в одну какую-то европейскую страну, ну, там, скажем, в Прибалтику, в несколько стран Прибалтики, вот, или в Европу. Пока массово, очень мало наших брендов есть эти истории, но их мало, выходят там в Париж, ну, я имею в виду во Францию, выходят в Германию или выходят в Британию. А это самые крупные рынки вообще по продажам фэшн-товаров. То, куда нам нужно выходить, и то, на что нам нужно смотреть. А в результате исследований мы это определили совместно с экспорт-промоушен-офисом, экспорт что эти три страны являются для нас самыми приоритетными. Но нужно понимать, что там и уровень конкуренции, самый высокий. В нас є а, таке питання щодо ціни, а, Володимир питає: а чого мають бути дорожчі а, українські вироби, адже мито не платять на готову продукцію? Попробую ще раз об'яснити: якщо товар, товар произведен із ткани, яка дизайнерська, і вона привезена з другой країни, то все равно налоги платятся. Ну, пошли на таможен, наверное, знаю, платятся на эту ткань. Поэтому очевидно, что он может стоить дороже этот украинский товар. И второй момент. У молодых дизайнеров, особенно у молодых, маленькие тиражи. Они не могут себе позволить купить большое количество тканей в закупках. Они, конечно, покупают, и потом эта ткань стоит у них на складах. Но из-за того, что они берут маленькие объемы ткани, Соответственно, это влияет плохо на себестоимость. И потом, когда это доходит до вас, и вы покупаете в рознице, это стоит дороже. Но это простая экономика, очень просто. Если у вас кто-то шьет рядом, спросите у него, за сколько они покупают ткани. Есть разные магазины, и от Китая, Турции до Европы ткань увеличивается в цене. Ну, такая общая тенденция. Китай чуть дешевле, Турция чуть дороже, и европейские ткани еще дороже. Если это какие-то элитные ткани, они еще дороже. И вот э, тут никакой магии в этом нет. Смотря какая вещь, ну какой объем ткани нужен, в основном она состоит из ткани. А ткань нужно завести. Вот, если бы мы здесь производили, возможно, тогда была бы другая ситуация. Нам нужно взагалі враховывать и конкурировать с Китаем? Хороший вопрос. С одной стороны, у нас сейчас очень большое окно возможностей по конкуренции с Китаем. Потому что в Китае уже сейчас стоимость рабочей силы, то есть зарплаты выросли выше, чем украинские. И это дает нам возможность конкурировать с Китаем в глобальном масштабе, на уровне мира. Но, с другой стороны, Китай является более производительным. Они быстрее производят вещи. Китайские производители объединяются в кластеры и делят там, условно, там, кто-то только крейт, кто-то только сшивает, и кто-то только приделывает бирочки, условно. И это там три фабрики рядом стоящие, которые выпускают очень быстро, благодаря такому процессу и качественно, м -м, партии большие. В Украине, как я уже говорила, с объединениями пока слабо. Со скоростью производства хорошо у единиц компаний, которые модернизировали производственную линию. И за счет этого они очень быстро могут выпускать. Любой иностранный байер, любое предприятие смотрит на то, насколько быстро мы будем справляться. То есть то, что мы, у нас очень дешевая рабочая сила, это скорее минус, потому что эта рабочая сила посматривает за рубеж и начинает выезжать в Польшу, там, в другие страны. Поэтому Глобально нам нужно конкурировать с Китаем, но не тем, чтобы еще снизить стоимость ну, зарплат у нас, а тем, чтобы улучшить производство, то есть привлечь инвесторов либо привлечь внутреннего инвестора либо иностранного и оптимизировать производственный процесс. И тогда мы точно можем уже сейчас конкурировать с Китаем. Це вже сьогодні а, Китай набуває а, такої, а, скажімо, балів у цього, у, у коли коли кажуть про Китай, тому що сьогодні вже з'явилося таке як а, фірмовий Китай. Це означає, що це якісний, це означає, що це не так, як раніше, там якість не дуже. Якщо ти кажеш, що Китай, сьогодні вже це виходить дійсно на якийсь рівень. Да, я вам больше скажу, что некоторые украинские производители, это очень непопулярная тема, но вам будет интересно это услышать, тоже производят в Китае. Вот. Это к вопросу о том, насколько мы модернизированы и технологичны для больших заказов или для сложных заказов, ограниченных во времени. Но надо понимать еще, что Украина очень удобно расположена. Мы все-таки находимся на границе с Европой. И это дар, дар свыше. Мы уже здесь находимся, Китай должен каким-то образом по морю скорее всего большие партии доставить. От нас, например, от производства, которое где-нибудь там находится на границе во Львове, за сутки вещи могут доехать до любого распределительного центра. Соответственно, fast fashion, быстрая мода, от момента производства до полки может проходить условно там даже месяц. И это очень клево, даже может иногда и меньше. И здесь у нас есть большая возможность конкурировать со всем миром, не только с Китаем, но еще и с Турцией. Нам написал Джек, тогда может стоит начать с производства тканей, ведь это тоже бизнес, то есть у нас эта ниша не занята, mm -hmm. я так понимаю. Да, по дизайнерским тканям, да. Я думаю, что в этом есть перспектива, и, скорее всего, многие инвесторы сейчас об этом думают, считают, рассматривают такие варианты. Есть некоторые проблемы, связанные с привлечением иностранного инвестора и ситуацией в стране. Физически у нас идет война, и мы небезопасны по всем параметрам для инвестиций. А внутренний инвестор, который имеет деньги, но ну, и не знает, куда их вложить, считает небезопасным вкладывать в деньги ну, туда, куда, где он не имеет компетенции. Ну и вот это как бы замкнутый круг. Профессиональный инвестор иностранно не приходит, профессиональный внутренний боится непрофессиональной команды инвестировать. Ну и инвестируют свою прибыль, инвестируют те, кто уже знают, и опять вернемся к вопросу способности к объединению. Это могло бы нам очень помочь. Мы сейчас снова пойдем на перерыв, в нас мают быть новости далі. а после этого продолжим нашу тему. На піврано на радио НВ. Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в мене в гостях сьогодні Марія Терехова, керуюча партнером проекту New Fashion Zone. І ми сьогодні говоримо про говоримо про фешн-бізнес в Україні. В нас є повідомлення. Дякую вам за це, тому що їх багато. Дякую за активність. Вайбер номер 0676702057. Питали, чи купуєте в українські речі, речі українських дизайнерів або виробників. Або якщо не не купуєте, то чому? Тому що ми тут вже зараз чуємо такі міфи, наприклад, які ми тут і А Є вони сталення, які в нас дуже довго з покління в покління переходять. Нам написала Таня, написала: іногда покупаю вещи наших брендів. Наприклад, в Харкові є очень талантливі ребята, бренд UMM. Uh -huh. так, линейка не очень широкая Но качество очень хорошее цена вполне приемлема Что касается европейских производителей Например, та же самая Zara у нас и в Милане Это абсолютно две, две большие разницы И ассортименты качества До речи, вот есть такой миф Что uh -huh. европейские бренды которые привозят до нас речи Это речи Не очень качественные Например, если поехать за кордон Там совсем представленный інший асортимент, інші, як кажуть, речі іншої якості, чи це правда? От є такий міф, і кажуть всі там, наприклад, я дуже часто чую, якщо потрібно пошопитись, люди кажуть: от я зараз скоро поїду за кордон і там буду походжу по магазинах, тому що там зовсім інші представлені речі аніж в магазинах, які є в нас. Чи це правда? Ага. Спасибо за вопрос. Правда в том, что крупные бренды не могут отшиваться в одном месте. Им отшивают одну и ту же коллекцию на разных фабриках, даже, может быть, в разных странах. Это первая правда, которую нужно знать. И часть, кстати, этих вещей отшивается в Украине. Это тоже еще очень интересный факт. Второе, что лекала в разных странах отличаются. Имеется в виду, что у людей разные фигуры и разные размеры. Ну, там, в Арабских Эмиратах э, и в восточных странах это будут одни лекалы и одни модели какие-то, которые там хорошо идут. И, соответственно, в Украине, там, в европейских странах другие, в азиатских странах третьи. Поэтому действительно и модели, которые отбирают э, байеры для того, чтобы продавать, Ассортимент менеджеров там выбирают, что будет вообще в этих магазинах. Давай, Конечно, они отличаются. У нас тут уже uh, тревкают, mm -hmm. что мы говорим о профессиональными терминах. А, я... говорим... Да, отличаются. Это связано с тем, что разные страны производства и на разные рынки действительно поставляют разные товары. Mm -hmm. Это не миф, это есть такое. От нам Наталя пише а, про, а, власне, вона й дорікає, що ми говоримо професійну мову, і просто роз'яснити, що таке дизайнерська тканина угу. і чим вона відрізняється, наприклад, від тих, які продаються, наприклад, в текстиль контакті. Окей, okay. в Пиксиль продается очень много дизайнерских тканей. А, и это хороший пример. В основном наши дизайнеры работают с этой компанией, с многими другими, которые есть на рынке. И это очень хорошо, если они работают с такой компанией, потому что тогда тогда они по-белому производят вещи, и у нас Шчётся. есть шанс экспортировать. Что это дизайнерская ткань, да. а, Ну, это ткань, которая, грубо говоря, ну, отлич... из которой можно сделать красивые платья, да, из которой можно сделать. Ну, не... По-простому, самое простое объяснение для вас. Вот есть то, что идет текстиль для дома, условно, там наволочки, пододеяльники, скатерти, э, полотенца. Это отнесем к текстилю для дома. Вот. И есть производство каких-то красивых блуз, красивых платьев, еще чего-то. Там миллион видов ткани, чтобы сейчас опять не загружать профессиональной лексикой. Э, скажу, что она там должна хорошо садиться, хорошо стираться, хорошо окрашиваться и а, также ну хорошо достаточно носиться, чтобы вы ее не выбрасывали после первой стирки или она там не принимала каких-то других размеров. Вот и а, за рубежом, а, например, вот на выставке Premier Визион каждый год а, ком есть компании, которые создают а, моду на дизайнерские ткани, создают моду на дизайнерские принты. Ну и компания Pantone, которая называется, которая создает вообще моду на цвет. Mm -hmm. вот. Поэтому это не просто какой-то вид ткани конкретный, но это еще и то, как она окрашена, это еще и то, какой на ней нанесен принт, если принт в этом сезоне модный. Вот Украинский фэшн-бизнес, вот это он может быть и сегодня пробудковым? А, да, может. И есть примеры прибыльных компаний. К сожалению, никто из них не является публичным, чтобы мы сейчас с вами зашли и в интернете посмотрели, насколько они прибыльны. Вот, но скорость их роста и какие-то базовые операции говорят о том, ну, мне как эксперту, что, скорее всего, они прибыльные. ЦЕК, например. Ну, я думаю, что компания ВОВК uh -huh. по скорости роста и тому, что они сейчас делают, прибыльно. Я думаю, что компания Лена Комбинат уже отмеченная. Ну, тут, конечно, будет вопрос, как считать их прибыльность, потому что это большая компания, которая в том числе производит ткани. Разумеется. В Украине, uh -huh. поэтому нужно будет делить их направление деятельности от создания своего продукта, тканей и, и просто мощный производственный гигант в легкой промышленности. Вот, поэтому э, бизнес, безусловно, как и любой другой, фэшн, может быть прибыльный. И здесь тоже все зависит э, от того, насколько ваш доход отличается от ваших затрат. И очень легко быть прибыльным маленькому дизайнеру, о которому мы в начале разговора говорили: вот, который только стартовал, рассказал всем своим друзьям, что он что-то шьет, пришел к нам на конкурс, тут же часть вещей своих продал, потом появился на каком-нибудь из маркетов еще что-то продал. Затраты маленькие, он занимается сам или там два человека в команде. И вроде бы как все, что я зарабатываю, это моя прибыль. Но как только он захочет поехать отдыхать, Начинается самая непопулярная история, что его бизнес на самом деле не бизнес, а предпринимательская деятельность, которая сто процентов завязана на личности этого человека. И как только он от дел немножко отходит, команды нет, и, соответственно, некому даже это поддержать. Поэтому можно в этом находиться хоть всю жизнь, потому что это увлекательное занятие. все-таки креатив, все-таки создание, все-таки это вот так радует, когда люди надевают вещи. В основном наши все дизайнеры вот самая большая радость для них это увидеть на улице человека в свои вещи. Большего счастья нет разве что поклониться после выступления на подиуме ⁇ Недель моды вот. ⁇ Но, тем не менее, когда ты один и ты маленький, ты можешь быть прибыльным. Ты можешь зарабатывать достаточную сумму для того, чтобы тебе хватало на твои какие-то моменты. Но у тебя нет времени совершенно. И это не про бизнес, это больше про твою самозанятость. И единицы компаний, да во всем мире, не только в Украине, в фэшн-индустрии, могут перейти на следующий этап очень сложный, когда ты начинаешь формировать команду, и каждый месяц у тебя минус, 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 потому что э, есть промежуточный этап, на котором ты гарантированно будешь в убытке, пока ты перейдешь на следующий уровень, пока у тебя команда не начнет производить тоже результаты, как, пока у тебя не увеличится объем продаж, пока ты не будешь закупать еще больше, вот. Ну, это где-то, по моим оценкам, это уровень розничной сети от 30 точек по Украине. И на этом этапе, может быть, его проходит не все, так? Единицы. Это проходят единицы. Более того, потом начинается у многих головокружение, не знаю, то ли от объема, то ли от успеха. Mm -hmm. вот. И нужно ведь, ведь масштабироваться дальше, потому что в мире, мы же слышали, что это 2000 точек. 30 – это ну, клево, как для украинской «секс-истории». Но мы же не конкурируем два украинских бренда между собой или три украинских бренда между собой. Возвращаемся к тому, что мы конкурируем, стоя в магазине, со всем миром, который в этом магазине представлен. В интернете мы конкурируем со всем миром. в один давайте клик. про интернет, да, давайте. про онлайн торговлю. поговорим, в нас не так много времени. Угу. Вона в нас, в интернете, мне кажется, так, сейчас вы можете не поправить, все легко. Есть в людини хобби, например, и это хобби переходить в интернет в сфере продаж. Це, це так, тобто там м, м, зробити а, продаж, ну, тобто продавати, почати продавати свої речі, це якось вже простіше стало. Угу. З цього виростає а, бізнес, якийсь переходять, були такі приклади, коли от о, такі люди, які займалися просто власним хобі вдома, там, я не знаю, а потім вони стали компаніями. Большая часть молодых дизайнеров, которые у нас в комьюнити находятся, так и работают. Вот те, кто проходит период 3 года, и они после этого все еще продолжают заниматься своим делом, они наладили какой-то один из каналов продаж более-менее достаточно для того, чтобы обеспечивать себя. На следующем этапе нужны уже следующие инвестиции, и им тяжело. Да, в интернете проще, но в интернете не бесплатно. Интернет такой же платный канал. Хочешь привлечь человека, тебе надо заплатить за рекламу в социальных сетях или на Гугле. Никуда от этого не денешься. Вот, Поэтому э, это иллюзия, что он проще. Потому что конкуренция в том же Инстаграме сумасшедшая сейчас по вещам. И когда человек заходит в Инстаграм, он видит такое количество, например, платьев, что ну совершенно непонятно, по каким причинам и как его одеть. У нас mm -hmm. развинена эта сфера. Люди купуют, не боятся. Люди покупают. Боятся и все равно покупают. Кто-то уже не боится, кто-то еще боится. Но ну, чем старше, тем больше боятся, чем младше, тем они спокойнее к этому относятся. В интернете надо понимать, что самая главная проблема интернет-продаж это определить, какой у меня размер. И а, у каждого бренда свои лекала. Вот в чем корень этой проблемы. А, каждый бренд шьет вот, ну, как-то по-своему. Тут единых стандартов выработать сложно. Хотя и есть система автоматизации, и есть стандарты, но все равно у всех брендов своя размерная линейка. И в Украине и за рубежом. И вот когда человек пытается в интернете определить свой размер, он делает ошибку с большой вероятностью. В Штатах сейчас э, существует ассоциация возвратов интернет-торговли. И вот они публикуют официальные данные, что каждая третья покупка в интернете возвращается ритейлеру, возвращается интернет-магазину. Почему? Для фэшна ответ прост. Э, скорее всего, с большой вероятностью, вещь не села. А не села, значит, плохо был подобран размер. Но вот в Украине есть уже попытки уйти от этой проблемы, сделать ее меньше. Например, на сайте того, -то, того же вовку.ua. Там сделан очень, как мне кажется, сейчас хороший прогрессивный э, сайзинг, ну, то есть пример, при, примерочно, mm -hmm. где вы можете, но ну, придется все равно взять сантиметр вот, и померить себя. В мире очень интересные сейчас ведутся разработки, э, связанные ну, там, с 3D-технологиями, с 3D технологиями 3D-примерки. Вот, одна из компаний разослала всем своим пользователям комбинезоны. Эти комбинезоны отмаркированы были точками. Вот, и по точкам точную модель человеческого тела в формате 3D простроили. И потом, когда брали одежду, у производителя базовые параметры конкретные вещи, одно накладывали на другое, и видно точно, вещь садится или нет. Попытка сделать то же самое сейчас на сайте WoWQA у нас в Украине. Может, еще у кого-то есть, просто я не заметила. Но это, в принципе, технология будущего, которая, я думаю, будет скоро на всех сайтах как только она где-то приживется и действительно будет работать, она будет везде. Я э, в нас зовсім э, мало часу осталось, а я, але я хочу про ще одне спитати. Нам, у нас, нам написав, Энди написав э, я ходжу по секонд-хендах. Угу. В Украине эта э, ця ниша, вона э, як розвинута? Сегодня так много мужчин задают вопросы. Спасибо вам большое. Я просто очень рада. И буду говорить нашим дизайнерам, чтобы они больше шили мужскую одежду, потому что такой интерес у мужчин. По поводу секонд-хендов. Это боль вообще украинского рынка и Украины как таковой. Сейчас, на сегодняшний день, Украина является лидером среди европейских стран и стран на границе с Европой по количеству ввозимого секонд-хенда, легально и нелегально. И в Украине уже 4% площадей страны заняты свалками. Конечно, там не только одежда, но одежда занимает большой процент этих свалок. И вот тут надо понимать, что любовь к секонд-хендам а, имеет обратную сторону медали, а, которая очень сильно загрязняет планету. Потому что мы не сильно задумываемся, что вообще откуда это секонд-хенд берется и почему и он стекается вен... в Украину. И Наши вендевает... дырки на так. таможне и на границах, угу. а, то, как сюда попадает этот секонд-хенд, не весь, но, но очень много партий секонд-хенда, это, скорее всего, европейские страны решают каким-то образом свою проблему, а мы ее себе создаем и накапливаем. Поэтому я являюсь ну, противником секонд-хенда. Будь я Просто, знаете, mm. когда мы чуем, например, не, в Европе... В Європі, коли mm -hmm. там якась людина відомо, вона вдягається в секонд-хенді і показує речі. Це зовсім речі, які можуть бути куплені в магазині. Наприклад, там mm -hmm. вони так виглядають. Звичайно, що в нас це виглядає зовсім по іншому. Можливо, це на законодавчому рівні врегулювати. Як вважаєте? Однозначно, незначно да. так. І були такі попитки асоціації у і є, і будуть. Ну як ми над цим роботам, ми як член асоціації. Mm -hmm. Але а вы не пока не маете успеху, так? Нет, что-то получается, что-то нет, и нам надо больше об этом говорить. Но я хочу сказать, что еще нужно обратить внимание на модель а, аренды вещей. Вот это то, что будет в будущем однозначно. А, и использованием вещей повторно, В регуліруємо форматі mm -hmm. это аренда вещей, это то, що нас ждо в нас закінчився час. Нам mm -hmm. тут показують вже стукаються. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Марія Терехова керуючий партнер проєкту New Fashion Zone, була в мене в гостях. Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня. Радіо НВ.